Что же, привет, народ! Меня просили поиграть в эту игру. Легенда Коры. Это по аниме-игра. Я люблю аниме, а? Ну, просто смотреть сейчас. Нет, да я, честно говоря, сейчас посмотрел какое-нибудь хорошее аниме. Проблема в том, что... А когда? Нет. К сожалению. Так что, что же, я это аниме не знаю, должен вам сказать. Но хочу поиграть, я хочу попробовать. Я не считаю, что будет полное прощение. Давайте попробуем где-то сейчас запишем коротенькую серию. И дальше будем завтра, может, еще что-то записывать, если игра мне понравится. Потому что я хочу выспаться сегодня, я не хочу сидеть до часу ночи, мне голова болит, отвратительно, потому что я последние два дня сплю. Вообще сложно сказать, что я сплю последние два дня, поэтому голова ломит, шею ломит, все ломит. Это не жалоба, ребят, это просто, чтобы вы знали о моей жизни. Она очень веселая. Хорошо, начинаем историю, ребята. И только попробуйте что-то в комментариях написать про жалобы, ребят. Мы все жалуемся каждый день по 100 раз в день. Ну, просто себя послушайте и послушайте, где могу вас. Ну, все жалуются, нормально. Знаете, без жалоб жизни нет. И я подключил контроллер, я играю на ПК, не волнуйтесь, ребята. Я не стал платить деньжище на Xbox, я не умный человек. Я фанат легенды Коры, которые не ветераны. Я ветеран экстрим. Уровень экстрим врубай. Не работает, а casual. Я казуальчик. Блин, без переводись. Так, вода. Мы играем за воду. Где субтитры? Никелодеон, легенда как Кор. Или Коры просто. Просто Коры, ребята. О, кинцо идет. Деритесь. Тут субтитры нигде не врубаются, мне бы как было очень удобно, если бы... А так дисплей, наверное, тут можно врубить. Нет, врубить нельзя. Я, кстати, хочу вам показать, это очень смешно. Настройки контроллера. Меня это смешило, а? Один пункт, могли бы вообще не делать, знаете, раздел контроля. Хотя, наверное, для ПК там есть, конечно. Тяжелая атака. Все выполнено. А, нет, а я думал, надо выполнить. А, понятно, просто нужно драться. Коры. И да, тут используем контроллера, как бы сказано, что это круто. И если ты используешься контроллером, ты молодец. Поэтому я использую. Какая-то толпа. Знаете, как подсвечивается, тоже нажимаются с ним. О, уже 50-очка. Мне нравится эта техника бесконтактного боя крестом. Очень-очень прикольно. Это теперь я огнем пылаю. Офигенно. Просто 10 из 10, ребят. Это космос. Сила торнадо, вау! Мне это нравится. Я не знаком с аниме, к сожалению, только аватар может подчинить себе все 4 элемента. Гарпии прилетели. Чё-то слишком много. Неделю назад. Proceeds will go to the Rebuild Republic City Fund to help repair the city after Korra's epic battle with that giant man spirit monster thingamajig 2 weeks ago. I hope you're not too rusty for this, bro. Me? I've been working the streets fighting crime. You're the one who's been fake waterbending. Nuttuck never fakes! Guys? Can we focus? There's the opening bell. Whoa! And there go Mako and Modin. Now it's 3-on-1. Thanks a lot, guys. Okay, bring it on.
Трое на одного, что же, я готов. Третий раунд. Так, вырубить оппонентов. Получайте, получай, 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 получай. Только я не могу вперед переместиться. Победа. Частично. Прекрасно, мы победили. Мы победили. Это серебро. Да, можно было бы быстрее. Эй, ты, остановись! Hello, sir? Здравствуйте, сэр. Are you all right? Вы в порядке? Он очень злобно выглядит. Дротик. Дротик, дротик. Какая у вас многострадальная героиня. Так, медаль за главу, это золотая, как я понимаю. Что же, мы определенно справились на отлично. Выбор главы, глава вторая, аллея. Быстро. Нужно начать извлечение, пока она слаба. Она просыпается, остановите ее. Диалоги, кстати, предельно простые, ну, кроме того, что это на арене было. Я боюсь, что твои силы ослаблены, аватар. Ты не сможешь сражаться. Может, я не могу сражаться с магией, но... Я должен добраться до храма воздушного... до воздушного храма. Может быть, мне смогут помочь. Разобраться с тем, что происходит. I'm afraid I cannot allow you. Боюсь, я не могу тебе позволить сбежать, аватар. Зачем тебе это? I might not be able to bend, but my fists still work. Может, я не могу искривлять, но мои кулаки все еще в деле. А, блин, я не ту кнопку нажал, должен поротать. Так. Блин, жалко не золото, я просто один удар пропустил. Я немножко не на то нажал. Он исчез. Этот старый парень, наверное, решает, как на меня нападут, но кто? Кто он и зачем? Вот в чем вопрос. Сначала любопытная, кстати говоря. И мне нравится много анимированных ставок. Игра реально японская. Хватит мне давать серебряные медали, золото давай. А!
звучание. Жойня. Понятно. Значит, надо отпрыгивать, надо просто потом открывать их. Да пошлем его в космос, ребята, на трусы его. Полетай. Космический барсик. Ранг-Си, вы можете найти предметы в сундуках. Могут быть обычные, могут быть редкие, но круто. Отправляйся в космос. Я пробью эту стену, мне не составит труда это сделать. Я вообще шутил на эту тему, но, видимо, в этой игре не шутят. Удар с воздуха здесь не предусмотрен. Не хватает там сил. Давайте вперед, вперед. Chi blocker has never blocked my bending for this long before. I feel like my chi is completely gone. Блокар чип никогда не блокировал меня так надолго. Что этот чувак со мной сделал? У меня блок не работает на этот раз. Минус два. Okay, which way to Air Temple Island? I should ask someone on that street for help. Надо кого-то на этой улице попросить о помощи. Нужно узнать, куда, как идти к воздушному храму. Придется обходить. Тут не получится. Надеюсь, здесь получится. I know who can get me out of this maze. Я знаю, Naga. Кто меня отсюда выведет. Рага. Казалось, там кто-то сзади есть. Вот это просто идеальный бой был. Золотишко, Дарья. Break it! Так, только огнем. Обратно, может, куда-то выбежать. Нет, тут мы уже были. Пик. Так, тут мы еще не были. Так,
Can you hear me? Нага! Нага, ты слышишь меня, Нага? Если что-то поздно немного перевел. Чуть парни на мотоциклах. Хотел их ударить, не успел. Ты наконец-то они их разбил. Ты мог надо сбивать этих мотоциклов. На, их слишком много. Нага, детка, ты где? Ты мне нужна. О, Мишка прибежал. Ну, медведица. Привет, собака. Надо добраться до Тензена, вези. Хорошо, давай доберемся до туда, надо. Миссия началась. Ой, понял, да. Не тупой. Прикольно, знаете, так. Знаете, в общем, прикольная игра. Она несложная и при этом веселая. Это собака, как я понимаю. Это как бы теперь задача усложняется, нужно уворачиваться. Ускорение, там сейчас действие немножко ускорилось. Так, РТ, где тут РТ? Во! Я немного путаюсь на Xbox-овском контроле. Немножко не туда. Йо! Вот так. Черт! Ой, ой, это плохо кончилось. Нет, давай. This isn't over yet. Да, это еще не кончено. Главное не врезаться, ребята. Ну и узкий тут двигаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что, тут усложняется. Давай снова. Усложняется. Прошли. Блин, ну вот, вот тебе и скорость. Не будем пытаться подобрать все, просто подберем побольше. Почти добежали. Фу, добрались. Ты лучшая, Нага.
Классная собачка, я тоже такую хочу. Кто-нибудь подарите мне, у меня день рождения 28 ноября, кто подарит мне эту собаку? Тут получит бесплатный лайк на ютубе. Ладно, давайте вы, ребят, ставьте лайк за эту собачку, она милая. Милая Нага. Уровень окончен. Выбор главы. Так, у нас мы открыли беговую практику Наги. У меня всегда был сильное соединение с аватаром, сильная связь с аватаром. И я почту за честь помочь, чем смогу. Так, можем зайти в духовный магазин, нажав Y, все понятно. Hello, Cora. Привет, Кора. У меня может быть что-то полезное для твоего путешествия, чтобы сделать его попроще. Но помни, но бесплатно ничего не бывает. Так, тут можно за духовную энергию купить некоторые объекты себе. Что же, займемся покупкой мы завтра. Так, можно в комнате Коры закупиться. I'm home. Я дома. Так, можно брать новые предметы, менять стили искривления. Let's see what we have here. У нас особо ничего нет, к сожалению, да. Что же, это все, ребят, спасибо за просмотр. Мы продолжим завтра, наверное, с этой игрой. Если она вам понравилась, если вы хотите еще, мы продолжим завтра. Я просто посмотрю, ребят, как вы будете смотреть, сколько лайков поставите, и там уже решим, продолжим или нет. Я не против продолжить, честно говоря. Вы хотите продолжать, я только за. Не хотите, ну, что же, печально будет. До следующей части. До следующей части, завтра. А завтра у нас еще и Цивом, так что много всего, много всего. На выходных буду играть немножко, надеюсь. Ну, немножко, даже много в эту игру. Наверное, думаю, да. Спасибо за просмотр снова, и давайте, ребят, пока. Идите спать уже, блин, сколько, три утра.